Ну, в общем, мы курицу помыли, вот. Она вот она лежит. Плюс еще у нас будет офигенный маринад. Ну, кстати, ну, маринад по-любому надо лук еще добавлять. А уксус у тебя есть? Да. Не, я думаю, нужно, короче, сейчас мы будем раскручивать YouTube-канал. Да. Why are we still here? Just to suffer. Там нужно обязательно какие-нибудь лайв-видяхи, бэкстейджи, что-нибудь, как мы готовимся, там, не знаю, как мы готовим. Кстати, завтра-то у нас будет первый лайв-концерт группы Sestriche. Так что завтра не пропустите. Не знаю, я вот когда мариную, я масло не использую. Хмель, сунель, хмель, сунель, вообще для чего не использую? Я даже не знаю, как они пахнут. Это... Ну, вроде нормально. Было бы классно, если бы была, знаешь, такая универсальная приправа. Солить, я думаю, где-то ложку столовую, но без горки. Кто-то там не любит оливки, знаешь? Да. Я не понимаю, и что? Чего они там тебе противно, это вообще ничего не дают. Не знаю, я всегда с детства там обожал оливки. Надо написать про эту песню. Это sad picture. Не плачь, братишка. Проголодался, наверное. И сейчас надо будет, наверное, немножко дать ей отстояться. Я думаю, минут 20 хватит, за это время не спеша почистим картошку. Крайне нудное занятие чистить картошку. Но обычно это приносит неплохие результаты. Это жизнь, детка. One hour later. Stinks like shit.